Вы смотрите «Вести» на канале «Россия». С вами Николай Зуксик. Здравствуйте. Расскажем о главном сегодня. Китайский дворец и павильон катальной горки в Аранинбауме. Владимир Путину в Петербурге показали уникальные отреставрированные объекты, а затем президент провел встречу с губернатором региона. Подбитая бронетехника, ВСУ, разрушенные опорные пункты и укрепления, успехи наших военных в зоне спецоперации. Мы свою работу проводим не зря. Байден старается не выйти из гонки, но пока только все портит. Однопартийцам президента становится стыдно, кто ему померещился на сей раз. Владимир Путин, завершая рабочую поездку в Петербург, в четверг вечером осмотрел дворцово-парковый комплекс 18 века Аранинбаум, который является частью музея-заповедника Петергоф. Президенту продемонстрировали...